ты обиделась? Да иди ты нахрен с своими психами. Я что-то сделал? А, я что-то не сделал. Или подожди, стой. Я что-то сделал, но вопреки новым обстоятельствам я этого не должен был делать. Или как? Я храп. У тебя ноготь сломался. Ветер подпортил твой уклад. Кто-то узнал твой настоящий возраст и назвал тебя женщиной. Где логика, Ватсон? Кто обидел мою красавицу? Кто виноват в этом несчастье? Я вообще без понятия, что у тебя произошло. Если у тебя ПМС, так ты сразу мне об этом скажи. Так ПМС или нет? Все, ладно, ухожу. Я знаю, кто-то увидел твои свисающие бока. О, я пошутил. О, слушай, жесть, да, устали мы с тобой сегодня. О, ты давай это, в душ, а я пойду приготовлю что-нибудь вкусненькое. Угу, давай. О, жесть, слушай, ну заебались мы с ней с тобой конкретно просто. Я давно так не работал. Это, короче, я в душ, да, а ты иди доширак мне завари. Саш? Да? Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Да, конечно, тебя внимательно слушаю. Ну, у него и орех. Жесть какая. Саш? Да? Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Ну, заебись. Где ты уже накосячила? Ну что, какой-нибудь фильм, может быть, посмотрим? Давай. Выбирай. Малая, сейчас ты просто обоссышь колени. Я такой боевик скачал, просто охуеешь. Ребята, вы посмотрите, как снежно. На улице просто на... Ой, только вышел с офиса, очень много работы, просто управляющая компания. Роман, там надо помыть унитаз в офисе 301. Иду. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Роман, где моя подзарядка? Аж поебал прям. Но все у нас одна лишь ночь. Да еду. Разорались там. Ну шо, достаем сегодня все бухло, потому что сегодня пятница. Романов, блядь, положи вино, сегодня понедельник. Ребята, сегодня я для вас готовлю офигенную пиццу. Я не понял, что это за... Мои карапузы, всем привет. Вот, сегодня купил новую тачку свою. Собственно, если умеешь зарабатывать, почему бы себе не купить, правильно? Вот, поэтому всем хорошего дня. Угу, блядь, купи сначала, блядь. Ипотеку сначала за аккурат, потом купи. Тролль, ты меня не тролль. Видишь, как любовь пала, ты пропала. И снова... Я... Зай, я тебя так люблю. О, ты где шлялся? Я с друзьями Новый год отмечал. 25 января. Я себе отдохнул. Так, вообще-то я мужчина, и последнее слово за мной. Душ, быстро и спать. Хорошо. Зай, там, это все Колька. Это он на меня надышал. О, здрасте. И куда мы собрались, пьянь? Малыш, а мой огнемет, ты готов? Роман, где твои штаны? Нет. Еще раз. Ой, давайте еще раз. Ой, я даже смотреть не буду. Еще раз. Нет, ну у вас руки и жопы растут или что, ну? Ой, мне нравится. Особенно мой нос на пол лица вообще радует. Вы понимаете, что меня с таким фейсом не только за границу не пустят, так собственно и страна скажет до свидания. Какой идиотик. Похер, так сойдет. Давайте я лучше селфи сделаю, и вы просто обработаете. А может другого фотографа? Я вообще на паспорт фотографируюсь или на объявление «Разыскивается огромный пельмень»? Так вот я почему девушку найти не могу, да? Нормально получается, да? Ой, сейчас дальше немного отойду, может быть получше. Нарай-най. Нарай-най-най-най. Нарай-най. И почему мы не выучили? Дневник. Дневник, я сказала слово. Так, передайте его дневник. Дневник, я сказала. Так, все, все занимаемся своими делами. Только тихо. Учителю надо поспать.
Так, открываем дневники и записываем домашнее задание. Закрываем дневники. Написали уже все. Так, можно потише? Не скрипеть. Не дышать. Ах! Молодец. Густовский, вкусный шоколад. На следующий раз я люблю с миндалем. Угу. Так, что там за смешочки такие? Расскажи все, вместе посмеемся. Так, сколько стоит в Испании? А так, ребята, завтра сдаем по 10 рублей на шторы. Так, открываем дневники и записываем домашнее задание. Зайти в Инстаграм и подписаться на меня. Ой, точнее, страница 95. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится. Сердечко ёк, твой туёк, ёк, в океане любви и потерь. Нет, ну вот какого баклажана я должен играть в эпизодическую хрень? Они все с ума сошли там или что? Конечно, сошли. Да я актер первого плана, а меня засовывают в какую-то массовку. О, смотри, читай. Читаю. Будровский заходит в комнату к Стелле, наливает ей чашку горячего чая с чабрецом, говорит ей на французском «Excusez-moi» и быстро уходит. Хорошо. Пиздец. «Excusez-moi». Да как будто бы в муху пукнул. Нет, ну я не заслужил главной роли, а. Конечно, заслужили. Да я. Александр Владимирович Шмаль. А может, меня из фамилии не взяли? Нет, конечно. Неважно. Ну раз они хотят, чтобы Шмаль сыграл этого Пидровского... Будровского. Да неважно. Они его получат. Да я так поднесу этот горячий чай черный с чабрецом. Да как скажу этот «Excusez-moi». Они поймут, какого Шмаля они засунули в задний проход этой всей пьесы. Так, Шмаль, готовимся к выходу. Одевай парик. Эти слезы на глазах. Ну что, Стелла, Будровский идет. Ой, а я об этом не знал, и она мне сказала... Я тебе перезвоню. Вам подсказать что-нибудь? Не, я только посмотреть. А может и нет? Ну как? Ладно, беру две. А можно размер поменьше? Красотища, как... Беру! Алло, дорогая, неделю мы будем жрать до шрама. Слушай, у меня новый трек вышел. Гузов, мы снимаем. А, поехали. Здравствуйте, с вами я, Олег Гузов, и телепроект «Дом 2», где одинокие сердца пиздят друг друга. Олег, ну это, конечно, правда, но... Здравствуйте, с вами Олег Гузов, и телепроект «Дом 2», где одинокие сердца ищут друг друга. И прежде чем мы начнем, зацените мой новый трек. Гузов, мы снимаем, какой трек? Да что, минута всего, ну-ка. И сегодня направляюсь в городские квартиры, чтобы показать всем свои 10 миллионов подписчиков в Инстаграм. Гузов, какие? И сегодня я еду в городские квартиры, чтобы разобраться во вчерашнем серьезном конфликте, который произошел между... Кто заказывал Биг Мак и большую картошку? А, да, это мой. Бузов! Да подожди. Я не понял, а где сырный соус? Второй раз уже, ты уволен. Разберемся во вчерашнем конфликте, серьезном конфликте между Ксенией Членовласовой и Дмитрием Вагеляльным. Это ж как надо ненавидеть детей, чтобы назвать такими фамилиями. Сегодня я вызову ребят на тет-а-тет, чтобы выяснить истинную причину конфликта. И скачиваю всю мою песню на iTunes. Какая песня, Бузов, о чем ты? Да все, ладно. Здравствуйте, как всегда, вас приветствует телепроект «Гроб 2». «Дом 2». Бузов, мы снимаем. Вас приветствует телепроект «Гроб 2». И как всегда, вас приветствует телепроект «Дробь 2». Да какая дробь? Дом. Да почему дом? Да дом мы строим. Там уже 5 лет ничего не строим. И сегодня на лобковом месте мы узнаем. На лобном. И сегодня на лобном месте мы разберемся в отношениях Евгении и Филофилак. Филофилак. Кто такие Филан фамилии придумывает? Ну, вместе мы разберемся в отношениях между Евгением Феофилактовой и Глебом Смородиной. Клубнички. Да
должна придумать ягода так ягодом. Она придумывает псевдонимом. И это все будет в ночном... Это все будет в ночном эфире. И с вами был, как всегда, Олег Бузов и телепроект «Дом-2». Почпокай нашу любовь. Почувствуй. И это был телепроект «Дом-2». Почувствуй нашу любовь. Снято. Неужели, слушай. Где мой косячок? Ежевичка, клубника, здесь.